Привет, я Джесс. Пойдем играть со мной. Проснись, на небе солнце, новый день пора встречать. Что нам готовит день, не терпится узнать. Прекрасен мир чудес, там, где Джесс, увидим мир чудес. Там, где Джесс, и будет день веселым весь. Там, где Джесс, узнаем много здесь, ведь с нами Джесс. Загадки Джесса. Как помочь рыбке? О, привет! Гораций не будет несколько дней, пока его нет. Я буду присматривать за карпом Кевином. Пойдете со мной? Отлично! Догоните, если сможете. Привет, Мими! Ой, а что вы делаете? Мы чистим пруд, чтобы Кевину в нем было уютно и просторно. Привет, Джесс! Ой. Поможешь Ба и Билли? Хорошо! Горацию понравится, что его пруд теперь такой чистый. Да, теперь его видно, ведь мы убрали все водоросли. Давайте отнесем эти гадкие водоросли к реке. Посмотрите, сколько рыбок! Им очень нравится есть водоросли. Они такие голодные! Рыбкам хорошо в реке, правда? Давайте навестим Кевина. Уверена, что ему тоже хорошо в чистом пруду. О, нет! Что это с Кевином? Он почему-то грустит. Ну вот, мы же обещали Горацию позаботиться о нем. Как же сделать так, чтобы карп Кевин не грустил? Эй! А вот и наш вопрос! Кто нам поможет? Что нам поможет? Где нам помогут? Как нам помогут? Думай, пробуй, узнавай! Джессом мы идем вперед! Задачка нас сегодня ждет! Как сделать так, чтобы карп Кевин не грустил? Знаю! Сначала надо понять, что его расстроило. Может быть, он скучает по Горацию? Я бы тоже грустила, не будь я зла. Мне было бы так одиноко. О, Билли! Конечно! Горации нет, и Кевину одиноко. Неудивительно, что он грустит. Побудем с ним, пока Гораций не вернется. Хорошая мысль. Будем чередоваться. Ну вот. Кевин стал еще печальнее, чем раньше. Думаю, проблема не в том, что ему одиноко. Надо найти другое решение. А вы не знаете, что Кевин там пытается найти Вилли? Может, он голоден? Ты прав, Ба! Он ищет себе еду! Вот почему Кевин постоянно грустит. Он просто голоден. А что обычно ест Кевин? Недавно мы видели, как обедали речные рыбки. Вы помните, что они ели? Траву, водоросли или салат? Водоросли, правильно! Да! Да! Вернемся к речке и наберем водоросли для Кевина. Вот так. Кевин будет доволен. Но не слишком много, Джесс. Или пруд снова станет заросшим и грязным. Не волнуйся, этого хватит только на один ужин. Угощайся, Кевин! Уже поздновато. Нам пора идти домой. Надеюсь, что завтра ты будешь веселее, Кевин. Спокойной ночи. Крепкого сна.
Кевин все равно грустит. Но он съел все водоросли. Значит, наш друг Кевин грустит не из-за еды. Он только плавает и плавает по пруду большими кругами. Я рад, что мне не приходится весь день ходить по кругу в моем амбаре. Неинтересно все время находиться в одном месте. Эй, может быть, Кевину надоело в пруду Горация? Может, ему нужно отправиться куда-нибудь? Немного отдохнуть. О, прекрасная мысль, Джесс! Куда мы его отнесем? Ну, рыбы живут в воде. Как думаете, куда нам отнести Кевина? На луг? На вишневый холм? Или к реке? К реке, правильно! Здорово! Кевину очень весело в этой реке. Кевин очень доволен. Давайте оставим его здесь на ночь, чтобы он как следует отдохнул. А завтра мы отнесем его обратно в пруд. Пока, Кевин! О, нет! Бедный Кевин! Он совсем не рад возвращению в пруд. Он такой вялый и грустный. Значит, он не хотел передохнуть вовсе? Нет, не хотел бы. Мы должны придумать другой способ помочь нашему Кевину. Смотрите, это Гораций! Привет, Гораций! Ты хорошо провел время? Прекрасно, спасибо, Джесс! Ну как приятно снова быть здесь, с Кевином в любимом пруду! Что это с ним случилось? Мы почистили его для вас! Да, но Кевину это не нравится, а мы не знаем почему. Я знаю! Это очень мило, чтобы почистили мой пруд, но его совсем не нужно чистить. Не нужно? Нет, в пруду должно быть много водорослей. Они нужны рыбам всегда, ведь для них это не только еда. Правда? Водоросли не только очищают воду, но и помогают рыбкам дышать. Правда? А как? Видите ли, рыбы дышат не так, как мы. Мы дышим кислородом из воздуха. Рыбки же дышат кислородом из воды, а водоросли насыщают воду кислородом и очищают ее. Как деревья и растения очищают воздух для нас. Правильно, Мими! И водоросли в пруду нужны Кевину так же, как нам нужны деревья. Да, Виллоу как-то говорила мне, что очень хорошо, когда вокруг много деревьев и растений. Ой, бедный Кевин! Неудивительно, что он такой грустный. Прости, Кевин. Да, прости, Кевин. Прости, Кевин. Ничего, вы же это не специально. Это была ошибка, и сейчас мы это исправим. Как? Мы вернем обратно водоросли, которые бросили в реку. Правильно, Гораций? Верно, Джесс. Ждите здесь. Я пойду и принесу водоросли из реки. Теперь Кевина совсем не видно за водорослями. Ой, вон он! Он снова счастлив! Ура! И я очень счастлив! И мы нашли ответ на наш вопрос! Ура, 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 ура! Ура! Эй, сомнений нет! Мы с Джессом верный нашли ответ! Смекалка и опыт нам помогли. Лотоши похлопай, мы ответ нашли вместе. Эй, эй, веселись, детвора, у нас есть ответ, ура, ура! Карпу Кевину нужны были водоросли, чтобы вода в пруду Горация оставалась чистой. И ему было чем пообедать. Теперь Кевин счастлив. А вы когда-нибудь наблюдали за рыбками, которые живут в пруду? Приходите завтра, и мы найдем новую задачку. Пока! Автор сценария Джеймс Мейсон. Продюсер Майк Шиел. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».